Сегодня у нас особенный день, особый праздник, торжества. И сердце мое, наверное, особенно сегодня волнуется, потому что это мой первый внук. И мы благодарны Господу, что жених и невеста сегодня предстают перед церковью. Их желание, чтобы соединить свою жизнь друг с другом, очень хорошее, потому что в этом мире есть разные выборы, где сделать бракосочетание, но именно они, любящие Господа, они пожелали, чтобы начать свою семейную благословенную жизнь с церкви, с Дома Божьего, с молитвой благословения. И поэтому, друзья, все, кто сегодня присутствует здесь, на этом торжественном бракосочетании, могли помолиться и благословить наших дорогих молодых, чтобы Господь их благословил. Я благодарю Тебя за этот прекрасный день, за этот чудесный день в нашей с Илюшечкой жизни. Я благодарю за то, что Ты меня настолько любишь, за то, что Ты настолько меня благословляешь, что Ты послал мне Илюшечку, за то, что я могу его любить, за то, что он меня любит. Я прошу Тебя, Боже мой, благослови нашу семью, помоги нам все больше любить друг друга, чтобы в нашей семье всегда была поддержка, любовь, понимание, Боже мой. Я прошу Тебя, будь у нас всегда на первом месте, что бы ни случилось, мы всегда в первую очередь обращались к Тебе. Боже мой, пошли нам и деток, чтобы они были здоровенькими, полноценными, чтобы мы их любили, чтобы мы их воспитывали в Твоей любви, Боже мой. Я благодарю Тебя и за моих родителей, и за то, что Ты мне их послал, за то, что я родилась в этой семье, Боже мой. Я благодарю за то, что они меня воспитывали в любви, что я была в христианской семье, Боже мой. Сохраняй их, Боже мой, и благословляй их во всем, Боже мой. Благодарю Тебя и за моих вторых родителей, которые Ты тоже мне подарил. Помоги мне любить их, понимать их во всем, Боже мой, чтобы у нас все было хорошо, благословляя их, сохраняя нас и до конца этого дня. Благословляй нас во всем. Аминь. Аминь. Дорогой Отец Небесный, я благодарен Тебе за то, что мы могли дойти до этого часа, Боже. Я очень благодарен Тебе, что Ты мне послал Лилечку, Господи. Чтобы я всегда ей дорожил, Господи, чтобы я ценил ее, Боже. Чтобы я всегда ей уступал, Боже. Чтобы у нас был мир в семье. Ты благослови нас, Боже. Если пошлешь нам деток, Господи, чтобы они были полноценными, Господи, чтобы мы могли их воспитать правильно, Господи. Даруй мне быть хорошим примером, хорошим священником в семье, Боже. Дай, чтобы
Я направлял мою семью на правильный путь, Господи, чтобы Ты был на первом месте всегда у нас, Боже. Ты, чтобы я и служение никогда не оставлял, Боже. Чтобы всегда стремился служить Тебе ревностно, Господи. Также я очень благодарен Тебе за родителей, которые Ты мне послал, Господи. Которые вырастили меня, Боже. Направили меня на правильный путь, Боже. Ты благослови, Боже, обильно. Я благодарен за моих вторых родителей, Господи, которые Ты мне послал. То, что дару, чтобы я их любил, Господи, очень сильно. Ты благослови нас на остаток, на нашу свадьбу. Аминь. Наш небесный любящий Бог, мы благодарим Тебя сердечно, что Ты подарила прекрасный воскресный день торжества, дело бракосочетания, Господь. Мы благодарим Тебя за Илюшу и Лилю, Господь, которые в свое время отдали свою жизнь Тебе. Они, Господь, любят Тебя, они служат Тебе, они хотят исполнить Твою святую волю. Они хотят, чтобы их семья была благословенна, счастливая, Господи. Они хотят пройти эту земную жизнь с друг другом, но Ты впереди их. Поэтому, Господь, сегодня они стоят здесь в церкви перед Тобой, Господь, и просят у Тебя отцовского благословения, и просят, Господь, чтобы Ты соединил их сердца воедино, чтобы Ты сочетал их и дал им одно сердце, Господи, одни мысли, одно желание, чтобы не было у них ничего того, что могло бы нарушить, разрушить, но чтобы все, что было для благословения и для свидания, и для строительства их дома. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Твои обетования, они верны, Господь. Мне очень приятно сегодня, может быть, как никогда, что у меня еще есть одна внучечка. Вот, внучечка Илюша, мою старшие внучки. И очень приятно мне сегодня объявить их мужем и женой. Слово Божие говорит, что Бог сочетал, того человек, да, не разлучит. Поэтому Илюша и Лиля, вы поприветствуйте друг друга, как муж и жена. Мое пожелание вам, как вы стали одной плотью сегодня, как там написано, что вам надо друг другу помогать. Мы с Лилей ссорились, я думаю, как все братья и сестры. Я вам желаю, чтобы вы старались не ссориться. Я вам желаю, чтобы вы вместе служили Богу, так как у вас обоих есть много талантов. Я знаю, что вы в церкви много служите Богу, и Лиля, и ты, Илья. Я хочу, чтобы вы вместе, когда вы уже сейчас муж и жена, чтобы вы вместе служили Богу. Я желаю тебе
терпение, чтобы все свои конфликты решали с Богом. Цените друг друга, уважайте и доверяйте друг другу.